«Волга» продолжает борьбу за золото в юношеской приволжской лиге «Приволжье-1». В этом туре предстоит встреча с прямым конкурентом из Челябинска. Матч обещает быть сложным. Голкиперы «Волжан» Илья Кузнецов и Султан Куртиков входят в топ лучших вратарей в общей статистике лиги. На поле игроки в возрасте до 17 лет. Участие в юношеской лиге может стать путевкой в большой спорт, уверен Ринат Аитов. Всероссийские соревнования разных возрастов. То есть здесь получается 2007 год, 2008 и 2009 год. Вот, выступают, соревнуются между своими сверстниками. Вот. Эта площадка основана тем, что все-таки из юношеского футбола переход во взрослый. Проявить себя и показать лучшие качества. На поле ребята собрались целеустремленные и прекрасно обученные. Правый нападающий Даниил Галкин занимается в спортивной школе «Волга». Футбол играет с 8 лет и планирует связать жизнь с любимой игрой. Футбол – это для меня больше, чем хобби. То есть с футболом я хочу связать свое будущее. У меня были друзья, но друзья не так относились к футболу, как я, и закончили с ним. Сожалею об этом. Но я хочу продвигаться дальше, хочу связать свою будущую жизнь именно с футболом. Вот недавно, вот Евро же сейчас идет, Германия-Шотландия играли. Мне особенно понравилась игра Флориана Вирца, хороший прям игрок. В 8-м туре Приволжской юношеской футбольной лиги «Волга» уступила на стадионе «Локомотив» челябинцам со счетом 2-4. Автором дубля стал Артем Сергеев, реализовавший пенальти и отличившийся ударом головой. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.